Друзья, всем привет! Сегодня готовим вкусное сливочное мороженое со вкусом ванили, но сделаем его не совсем обычно, а именно спрячем в печенье. И у нас получится мороженое-сэндвич, при этом потратим от силы 10 минут, но это без заморозки. Ну что, приступим? В миску налить охлажденные сливки. Брать нужно жирные сливки, 33-процентные, и взбить их при помощи миксера. Начинаем взбивать на маленькой скорости и постепенно увеличиваем обороты. Итак, у нас появились устойчивые пики. И сейчас потихоньку вливаем сгущенное молоко и продолжаем взбивать. На дно формы выложить печенье. Если оно попадает не по размеру, его можно подрезать. И выложить взбитую смесь. Выложить печенье. Постараться его выложить таким образом, чтобы оно попадало с теми печеньками, которые внизу. У меня форма немножко конусообразная, поэтому здесь вот расстояние немножечко остается. Но потом это можно будет подрезать. Накроем форму пищевой пленкой и уберем в морозильную камеру на 5-6 часов или на ночь. Охлажденное мороженое достать и разрезать его по линии печенек. Чтобы оно легче резалось, можно ему дать постоять на столе 5 минут. Краешек здесь срезаем, чтобы мороженое было ровное. И достаем мороженое. Мороженое-сэндвич удобно есть, держа его за печенье. Не надо ложек и креманок. Оно имеет ванильно-сливочный вкус и съедается всегда с удовольствием. Попробуйте приготовить, вам точно понравится. А я на сегодня прощаюсь со всеми, буду рада лайкам и подписке. До новых встреч!